из всей линейки томатов ССМ это самый продуктивный томат. Он подходит для свежего рынка, подходит для переработки, но вот стоило бы обратить внимание тех компаний, которые занимаются выращиванием на переработку, то есть промышленным выращиванием. Это средний гибрид, у него срок вегетации идет 100-110 дней. Потенциальное урожайность свыше 120 тонн можно убирать с гектара. Устойчив к многим, тут в принципе указано в каталоге, вы можете потом почитать, посмотреть, разместить у себя на сайте. Устойчив к многим заболеваниям, основным томатам. В чем его особенность? Ну, повторюсь, да, что компактные кусты, очень хорошо томат укрыт лиственной массой, весь томат находится внизу куста. То есть он полностью укрыт листьями, ну вот сейчас я вам... То есть вот поле томата, видите, практически томата не видно. Ну, в любом случае есть кисти, которые находятся сверху, но основная масса томата находится внутри. На кусту свыше 100 плодов. То есть он формирует свыше 100 плодов, средняя масса плода идет 75 грамм. Форма идет так называемый бочонок, то есть это и не сливка, и не круглый, сливкообразный идет. В чем еще его особенность? Он может долго находиться на кусту. То есть после того, как томат созрел и готов, то он может до месяца находиться на кусту. То есть для того, чтобы массовая первая выборка была интересна, да, для отправки на переработку, то можно в принципе оставить томат в поле на 30 дней, и потом уже убрать большую массу. Практически весь томат можно убрать в конце этого срока. Да. Хорошее количество бриксов у него свыше 5,5% это сухих веществ в томате, то есть поэтому он подходит на паску на томатную, на консервацию хорошо подходит, то есть он, если его консервировать, он не становится мягким, он остается плотным. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.